Сегодня мы проводим очередной вид нашей спартакиады, лыжной гонки. Лыжная гонка представлена эстафетой. В эстафете принимают участие у нас 8 команд, по 5 участников в каждой команде. 3 мужчины и 2 женщины. Сейчас, в данный момент, соревнования вовсю в разгаре. Молодец, передаем эстафету. Вот это не надо! Давай, давай, давай! Давай, Лера, давай, давай! Фавориты есть? Ну, фавориты, если судить по тем годам и по составу, это МАФОС, Иврахим Северо-Запад, управление, сильная команда. Вот. Ну, в принципе, она так. Какого у тебя союзного? Зима в этом году очень удачная, и мы обязаны были просто провести этот вид. Хотя последние года тоже нас снег радовал, мы этот вид проводили. Команд нас меньше не становится, 8 команд, очень приятно. Всем большое спасибо. Добрый вечер. Очень приятно, в принципе, что у нас эта традиция сохраняется. Мы проводим в такую прекрасную зиму эти соревнования. Хочу поздравить и сказать всем огромное спасибо за то, что вы приняли участие в сегодняшних соревнованиях. Ну и разрешите, мы наградим участников. 3-е место награждается.